Два дня продолжалась общегородская акция «Качество образования. Качество жизни». 46 проектов выставили коллективы школ, детских садов, клубов, общественных объединений и отдельные авторы. В первый день работы выставки яблоку упасть было негде в клубе «Олимп». Заинтересованность жителей превзошла все ожидания организаторов выставки. Впечатление, вы знаете, настолько все как-то вот многогранно и интересно, что я даже теряюсь, какому же проекту отдать свой голос. Столько идей различных, столько нужного в этой организации, тем более интересно с умными людьми пообщаться, с грамотными. По поводу различных проектов услышать мнение, это наше будущее нашего города. Я думаю, что эта акция образования, она не только как педагогика выглядит, а для того, чтобы люди учились быть красивыми, и чтобы в нашем городе были не только красивые, значит, здания, но и красивые лица. Это такая большая возможность самовыразиться, вообще заявить о себе, узнать спрос населения именно вот в твоей организации, то, что ты представляешь. Мы хотим жить лучше, сделать свой город современным, интересным, чтобы общественная жизнь бурлила и кипела. А то, что потенциал для этого есть, показала сама акция.